Дорогие друзья, в Алтайском крае стартует уникальный проект, который также будет реализован в других территориях Российской Федерации – молодежная команда страны. Выборы 2016 года показали, что в Алтайском крае есть молодежная команда, которая способна добиваться самых высоких результатов. 2016 год прошел, 2017 год – это год больших выборов в органы местного самоуправления. Дорогие друзья, для молодежи важно не только принять участие в выборах, но и самим принять участие непосредственно в избирательном процессе. Смело идите в свои представительные органы, как в города, в районы, так и в поселковые советы депутатов. Кто, как не молодые люди, чувствует пульс своей территории, знают проблемы своей территории и видят развитие своей территории на ближайшую долгосрочную перспективу. Проект МКС вам в помощь. Существует расхожая фраза, что молодежь – это будущее нашей страны. Проект МКС нацелен на то, чтобы доказать всем, что молодежь – это наше настоящее. Успехов вам!